Всех приветствую на новом видео. Сегодня мы разберем один из самых лучших инвестиционных брокеров, а именно Тинькофф Инвестиции. Вкратце и ясно расскажем о преимуществах и подводных камнях, если таковые будут иметься. Вам обязательно потребуется открытый банковский счет, можно просто заказать карту, ссылку на нее вы можете найти в описании, либо же в профиле, с бесплатным вечным обслуживанием, привозит ее быстро и без каких-либо проблем. Далее в приложении инвестиций нужно будет просто авторизоваться под своим номером, выбрать счет, который вы хотите и подождать, пока его откроют, обычно открывают в течение от 1 до 3 часов. Деньги пополняются моментально, что тоже является большим плюсом, в том же Сбере иногда нужно ждать. Деньги также выводятся моментально. Наверное, единственный минус данного брокера – тарифы на обслуживание счетов, а именно комиссии за сделки, тут их три. Инвестор – начальный бесплатный тариф с базовой комиссией 0,3%. Трейдер – тариф с абонентской платой 290 рублей в месяц и с базовой комиссией 0,05%. Премиум – тариф с абонентской платой 1990 рублей в месяц или бесплатно, при выполнении определенных условий, и с базовой комиссией 0,04% за сделку. Понятно, что 99% людей будут выбирать между первым и вторым тарифом. У меня подключен премиум, но для меня он бесплатный. Примерно полгода я пользовался тарифом инвестор и, если честно, то совершенно не ощутил разницу в комиссии. Конечно, если вы активно торгуете крупными лотами, то вы, скорее всего, ощутите разницу в сумме комиссии. Тут тоже ни к чему придраться, приложение, как и сайт, оформлены очень хорошо как визуально, так и технически. Есть скринер акций, календарь инвестора, готовые стратегии. В меню покупки любой ценной бумаги куча разделов: обзор, стакан, пульс, показатели, дивиденды, новости, идеи, события. Отображаются мнения аналитиков, краткое описание компании. Удобно оформлена аналитика каждого счета, где отображается общий доход, дивиденды, купоны, пополнение, вывод, оборот, плюс-минус по всему счету за все время сегодня. Отдельная вкладка «Баланс» с диаграммой показывает соотношение каждого актива в процентах по данному счету. Поддержка Тинькофф славится своими быстрыми и четкими ответами, а также высокой лояльностью к клиентам. Они легко и просто идут навстречу и помогут решить вам вашу проблему. За все время, как я пользуюсь данным брокером, приходилось обращаться всего несколько раз, и решением поддержки я более чем доволен. Тинькофф Инвестиции – отличный брокер на 2023 год, он обладает всеми необходимыми торговыми инструментами, славится своим лояльным отношением ко всем клиентам, а также удобством и простотой в использовании. Из минусов можно отметить разношерстность тарифов, что может отпугивать. Напоминаем, что все официальные ссылки из видео вы можете найти в описании, либо же в закрепленном комментарии. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.